Добрый день. Вашему вниманию представляем караоке-комплект Home Set Sky Disco. В караоке-комплект входит диск на 2000 песен с каталогом. Каталог. Диск включает в себя 4 диска по 500 песен для лучшей фонограммы, лучшая запись на диске. Караоке-плеер DVD. Беспроводные микрофоны с их базой и комплект проводов для подключения. Правильное подключение гарантирует вам хороший звук, отсутствие задержки звука от микрофонов, и также не будет эффекта, когда у вас текст запаздывает за фонограммой. Правильно подключить нужно таким образом. Лучше всего HDMI кабелем в телевизор подключается, RCA разъемы, то есть тюльпаны, подключаются к аудиосистеме, к активным колонкам, либо подключаются в усилитель или ресивер на свободный канал. Касаемо подключения караоке и самого диска, существует несколько заблуждений. Первое касается того, что баллы выставляет диск. На самом деле баллы выставляет устройство караоке. Когда вы подключаете диск на ваш универсальный плеер, если он выставляет баллы, у него есть такая функция, то баллы будут ставиться при использовании этого диска. Соответственно, если баллов не выставляет плеер, то и баллов тоже не будет, неважно какой диск был воспроизведен. А второе заблуждение — это в том, что на некоторых устройствах происходит задержка звука. Причем задержка звука, как говорят, именно текст отстает от музыки. На самом деле это не так. Имеется в виду, что отстает голос, а именно с микрофонов. То есть мы берем, рассматриваем неправильный вариант подключения, а именно звука напрямую в телевизор. Вот слышите, как я говорю через телевизор, и видно, как шевелятся мои губы не в такт голосу из телевизоров, из телевизионной колонки. И рассмотрим правильный вариант подключения. Это выключаем звук. HDMI также у нас заходит в телевизор, только передает изображение, а звук уже тюльпанами от плеера уже входит в акустическую систему. И, собственно, раз, два, три, мы говорим сейчас параллельно к тому, что выходит из колонок, то есть никакой задержки нету. Теперь ставим сам диск, посмотрим, как это будет звучать. Выберем какую-нибудь песню известного исполнителя, например, песню «Императрица». Мы можем заметить, текст идет ровно в такт музыки, никаких задержек, отставаний или опережений нет. Все ровно по нотам.